108 железнодорожных вагонов вмещает вот такой паром. А на линии их действуют 4, по 2 от каждой страны. Ныне это самая крупная в мире морская паромная переправа. За эти годы переправы строительство ее обошлось нашим странам в 500 миллионов рублей, полностью окупило себя. Теперь только Советскому Союзу она дает в год чистой прибыли более 50 миллионов. Когда мы приехали в Ильичевск, у причала стоял болгарский паром «Герои Одессы». Экипаж этого парома 5 лет назад открывал переправу из Варны. А в этом году выступил с инициативой проведения единого болгаро-советского социалистического соревнования за сокращение стояночного времени в порту. Инициатива подхвачена всеми. И вот только за последние полгода цикл погрузки сокращен на 30 минут. А это позволит каждому парому провести за год еще 2 дополнительных рейса. Вот смотрите на практике, как получается. Паром герой племени сейчас приходит, а в этот момент наш паром отход. Вот так все время. Еще ни разу не было такого случая, чтобы даже из-за сильного шторма был бы отменен хотя бы один рейс. Время в пути 19 часов. 5 лет действует паромная переправа Ильичевск-Варна. Взаимная выгода очевидна.